Привет, Денис! Привет! Куда ты едешь? Наверх! Это фонтан! Мы решили найти конструктор и поехать на пляж. Только не можем его найти. Где там наш конструктор? Давай поищем еще. Да, это наш конструктор. Нет, ты видишь? Нет.
Пеппа из конструктора. Возьмем Смиту Пеппу. Нет. О, это как раз то, что нам нужно, да? Нет. Свинка Пеппа. Нет, свинка. Не хочешь свинку Пеппу? Я хочу. И потом, в другой раз. А что ты хочешь? Я хочу что-то. Да. Хорошо, давай. Все, идем на кассу? Да. Пошли. Горячий песочек? Да. А зачем тебе вода, Дя? Надо. Ну, не надо здесь выливать. А ну еще раз скажи. Хе-хе. Это же свинка Пеппа или это Джордж? Да. Это свинка Пеппа или это Джордж? Просто Джордж переоделся в другую платье. Другую кофточку одел, да? Маечку. Да, ему жарко. Конечно. На пляже всегда жарко. Но можно искупаться в водичке, да? Идем. Он хочет покупаться. Хочешь покупаться? Ну, покупай его. О, а ты корабли! Корабли! Кораблик, да. И еще один. Еще один. Там много корабликов. Идем. Идем. Дёня пошел купать свою свинку. Ну давай, надо же дом построить. Да. Ну что, такой мощный экскаватор, надо им... Надь, помой, я его сейчас... Тачка. Молния Маквин, да? Такие машинки. Ма, у меня такое было. Вот да? Это Маквин. А вот такой. Такие смешные чудики. Кто это такие, Дюнь? Это животные. Это животные? Thank you.